Свой профессиональный праздник отметили бойцы специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Еще в 90-е был подписан указ о создании такого подразделения. Его задача – бороться с особо опасными преступниками, а также терроризмом и экстремизмом. Отряд «СОБР» в Югре образован 7 октября 1994 года в Нижневартовске. За время работы бойцы успешно реализовали десятки сложнейших спецопераций. Они отправляются и возвращаются из командировок на Северный Кавказ. Только за последние 4 года бойцы задержали 256 граждан, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях. 4 года назад местом дислокации отряда стал Сургут. Однако свои задачи силовики выполняют на территории всего округа. За время проведения мероприятий изъято 22 единицы самодельных взрывных устройств, 30 единиц огнестрельного оружия, более 1000 единиц боеприпасов различного вида, 1,5 килограмма взрывчатых веществ. 12 сотрудников специального отряда быстрого реагирования награждены государственными наградами.